я все время меняю работу. Домработница, няня, официантка, сотрудница архива. Сейчас я работаю корректором издательства. Работа мне нравится, но когда я читаю текст, я вижу одни недостатки. Как много можно найти по объявлению? Как это замечательно, когда думаешь, всего пару слов могут изменить жизнь человека. Люблю читать объявления о недвижимости. Хочу иметь свой дом. Нет, небольшой особняк. Маленький домик в глубине леса. Это должен быть дом, чтобы прийти туда, как только захочу. Пригласить друзей. Слушать музыку до глубокой ночи. Когда я читаю объявление о недвижимости, я сразу представляю, какая будет у меня там жизнь. Новый дом. Это, безусловно, новая жизнь. Новые цвета, новые запахи. Дети. Друзья, которые то приходят, то уходят. Или это одиночество? Пустота. Куда не с кем поговорить. Иногда хочется именно этого.